Всем привет, с вами Интернет и Деньги. В этом ролике мы поговорим о таком направлении заработка на бирже Bybit, который называется Token Splash. Я думаю, многие уже о нем слышали. Кстати, иногда я публикую новые Token Splash у себя в Телеграм-канале, но в этом видео я вам покажу, как отслеживать их самим, ну и, конечно же, расскажу о некоторых нюансах, фишках и так далее. Что ж, для начала вам понадобится, конечно же, биржа Bybit. Нам необходимо здесь будет зарегистрировать аккаунт и, конечно же, пройти верификацию. Ссылку на биржу я оставлю под видео в описании. Далее, когда вы уже все это сделали, вы заходите в раздел «Торговать». Далее вот здесь «Spot X» и вот здесь есть, как видим, «Токен Сплэш». Вы просто нажимаете и таким образом можете отслеживать новые «Токен Сплэши». Вот, видно все проекты, в которых еще можно участвовать. Но, ребят, смотрите, ранее было немножко по-другому, сейчас уже изменили правила. Ранее в каждом токен сплэше нужно было там пополнить от 100 USDT и наторговать токеном, по которому проходит токен сплэш, также от 100 USDT. То есть, в принципе, условия были немножко проще, но и награды, в принципе, были не такие большие, которые можно получать сейчас. Хотя, если честно, я бы сказал, что условия стали даже чуть-чуть приятнее. Но, в принципе, не суть, об этом мы поговорим чуть позже. Также, смотрите, ранее, кто уже участвовал в токен сплэшах, там было правило, что, к примеру, когда листится токен, вот, к примеру, давайте зайдем в какой-то токен сплэш, вот, к примеру, XAR, нажимаем «Участвовать», мы сюда переходим, и тут видно все даты. Так, вот здесь. Когда начало регистрации, когда можно делать депозиты, когда листинг и объявление результатов. И вот именно тогда нужно было следить за листингом и в ту минуту, в которую будет листинг, там, к примеру, победители первые 2000, которые при листинге купят, продадут на 100 USDT, то получают награды. Но на самом деле это работает немножко не так, потому что я в одном видео на YouTube подглядел, там говорили, что награды приходят даже если торговать чуть попозже. Я прошел несколько токен сплэшов где-то недельки две назад и ждал, придут ли мне награды. И да, действительно, я торги делал уже через неделю примерно после листинга, то есть в число первых я как бы точно не попал, но с двух токен сплэшов награды мне пришли. Да, возможно, шансов больше, когда вы торгуете сразу, но все-таки награды приходят даже если вы не в числе первых, что очень хорошо. Кстати, это тоже можно увидеть в условиях, сейчас тоже есть. Вот, к примеру, для задания на депозит при расчете вознаграждения будут учитываться только депозиты, внесенные в период проведения события. Все награды события распределяются в порядке очереди. Ограниченное количество новых пользователей. Первые 3500 человек, которые выполнили условия события, имеют право на получение эксклюзивных наград для новых пользователей. Как я и сказал, первые, но на самом деле, ребят, награды приходят даже если вы там в этих первых 3500 человек не попадете. То есть даже потом можно делать торги, и награды все равно приходят. Плюс, смотрите, когда вы при самом листинге в ту же минуту делаете торги, а листинг происходит только на лимитке, маркет включается через 5 минут, то, соответственно, там можно очень хорошо потерять на курсе, потому что первые там секунды, минуту очень сильно может прыгать курс, и вы, в принципе, можете потерять, что я тоже уже делал. Я там баксов 20-30 слил, когда пытался попасть вот это в число первых, но потом забил, решил не участвовать, хотя когда уже увидел видео, то все-таки решил, почему бы не попробовать. Спалил там несколько баксов на комиссии, но тем не менее делал торги и так далее. Так что, ребят, в принципе, даже если вы опоздали с листингом, то есть не сделали торги сразу, как это пишет по условиям, все равно делайте, потому что награды все равно приходят. Это вот такой плюс. Далее, теперь давайте будем смотреть, как участвовать. Собственно, вы сюда перешли, как я уже ранее показал, нажали кнопочку «Участвовать». И далее вот тут вот есть кнопочка «Зарегистрируйтесь, чтобы участвовать». Вы на нее нажимаете. И все, если, кстати, у вас вот такая галочка, значит с вашим аккаунтом все хорошо. К примеру, кто-то хочет проверить, есть ли у него на аккаунте метка или нет. И, соответственно, если вы вот тут в токен сплэше нажали кнопочку и у вас галочка, метки нет. Если вы не сможете зарегистрироваться, значит она есть. И, в принципе, условия вам выполнять не нужно, потому что награды вам приходить не будут. Вот, мы нажимаем ОК. И далее здесь смотрим, что нужно
сделать. Вот, первое у меня выполнено уже. Далее нужно торговать. Кстати, ребят, смотрите, вот здесь даже не пишет, что нужно внести депозит. То есть очень круто. Просто нужно накопить торговый объем 1000 USDT и можно получить до 10 тысяч XAR, что довольно-таки неплохо. Вот так просто все делается. Да, в некоторых токен-сплэшах также до сих пор нужно пополнять. В некоторых, кстати, токен-сплэшах могут участвовать только новые участники. То есть, если у вас еще нет аккаунта, вы должны его зарегистрировать, пройти верификацию в период проведения данной акции и тогда уже выполнить все условия. Вот, ребят, в принципе и все. Далее смотрим, ребят, что тут по датам. Вот, как видим, начало регистрации было 2 апреля. Депозиты можно было также делать с 2. Далее листинг был 4 апреля. И объявление результатов будет 16 апреля. То есть вы себе эту дату можете записать в календарь и 16 апреля можете заходить. Как это проверять? Приходят вам награды или нет? Во-первых, ребят, смотрите, когда вы будете заходить на биржу Bybit, вам награда приходит. Вот здесь, где человечек, у вас будет там один, если одна награда, либо два, если две. И вот здесь, где мои награды, также будет там циферка. Вы просто нажимаете и переходите в раздел «Ваши награды» и видите, по какому там токен сплэшу, либо акции вам пришли токены. Вот как раз-таки мне пришло 5 токенов NACA и 3500 токенов VEN с токен сплэша, которые я делал объем уже спустя неделю после листинга данных токенов. То есть, ребят, все это приходит. Кстати, да, раньше нужно было сюда заходить, клеймить вот эти билетики, но сейчас просто они здесь отображаются, что награды есть, а награда вам падает сразу на баланс финансирования. Если вот, к примеру, зайти в мои активы и давайте перейдем в финансирование, я вам покажу, что у меня эти токены есть на балансе. Да, конечно, 5 токенов NACA я, в принципе, заработал. Вот, если посмотреть, так, где у нас вот 5 токенов NACA, которые мне пришли, они сейчас стоят $9.23. В принципе, неплохо. Вернул комиссию, которую я потратил, потому что там нужно было делать немаленький торговый объем. И еще вышел, в принципе, в неплохой плюс. Ну, как бы пару баксов заработал. Что касается токенов VEN, то мне пришло эти 3500 токенов, но на самом деле они стоят совсем немного. Вот чуть более доллара, доллар и 1 цент. Ну, как бы хотя бы вернул комиссию, спасибо и на этом. Что ж, думаю, с этим понятно, да? То есть, как смотреть, выиграли вы или нет. Хотя давайте покажу вам еще один способ, как вас посмотреть, выиграли вы или нет. Опять же таки, вы заходите на токен сплэш, к примеру, вы в календарь там внесли, что сегодня такой-то токен сплэш заканчивается, то есть будет уже распределение. Вот, к примеру, видим токен VEN, вот сюда вы нажимаем подробнее, тут видим completed, то есть он уже подтвержден. Вы сюда заходите и, ребят, смотрите, пишет: поздравляем, вы выиграли приз. Если вот такая надпись, то, соответственно, вы получили приз и он уже у вас на балансе. Далее вы сможете его продать, вывести и делать с ним что угодно. Вот так это еще можно проверять. Но смотрите, если, к примеру, какой-то токен сплэш уже закончился, и вот тут у вас там нет галочки, в моих наградах нет, то опять же таки давайте покажу, какая у вас будет надпись. Хотя по правилам они пишут, что распределение наград в течение 7 дней после окончания акции, но на самом деле, в принципе, они приходят, я бы сказал, даже сразу. Вот, я в этих токен сплэшах участвовал. Давайте перейдем вот сюда, в этот токен сплэш. И видим, награды в рамках события раздаются в порядке очереди. То есть я не получил здесь награду, хотя я здесь участвовал. И, кстати, да, давайте перейдем еще на токен NACA, который я получил. Я вам покажу, какие сейчас в токен сплэшах могут быть призы. То есть я мог бы получить намного больше, но на самом деле я просто забыл добить еще немного торгового объема. Ну, давайте мы зайдем в токен NACA. Вот у меня тоже надпись, что поздравляем, вы выиграли приз. Вот награда для пользователей Bybit, 30 тысяч токенов NACA на кону. Я все это сделал. Здесь необходимо было пополнить на 500 USDT и на 500 USDT наторговать на споте в токенах NACA. Кстати говоря, ребят, если у вас нет, к примеру, 500 USDT,
Я заметил, что даже если в этом у вас 100 баксов, в этом 5 раз закидаете 100 баксов, и у вас просто здесь суммируется депозит, что вы сделали в период проведения акции эти 500 USDT. То есть даже с меньшей суммой можно так делать, но при этом вы, конечно же, будете терять чуть-чуть больше на комиссию, потому что при каждом внесении депозита, естественно, будет комиссия. Вот. Дальше, смотрите, вот 5 НАКа, которые мне пришли, я здесь все выполнил. И здесь была еще плюс одна акция, необходимо было, вот у меня 512 долларов я наторговал, нужно было 1000 и мог еще поучаствовать и выиграть 1000 токенов НАКа, что было бы очень круто, потому что я вам уже показал, что 5 токенов НАКа, которые у меня на балансе, это более 9 долларов. И, собственно, по текущему курсу, если бы мне пришло 1000 токенов НАКа, это было бы, ну, примерно плюс-минус 1800 долларов, что очень-таки много за вот такие простые действия. Плюс давайте еще перейдем. Я там видел тоже неплохой еще один токен Splash. Так, где-то я видел, вот кажется, вот здесь, вот этот токен Splash. Давайте нажмем участвовать. Я, кстати, в нем, кажется, уже тоже зарегистрировался. Да, я в нем уже зарегистрирован. Вот, видим, выполнено. И что здесь нужно сделать? Смотрите, ребят, нужно наторговать в токенах G на споте 800 USDT. То есть не обязательно, чтобы у вас опять же таки было 800 USDT. Вы просто, даже если у вас там 50-100 баксов, купили и продали, набили торговый объем 800 USDT, то есть на 100 купили это уже 100, на 100 продали это уже 200. Таким образом делайте оборот. И смотрите, здесь есть шанс получить до 200 долларов, что довольно-таки неплохая награда. Здесь опять же таки пишут, что первые 4000 человек будут получать награду, но как я уже ранее сказал, на самом деле награды приходят, даже если вы выполняете это попозже. Причем, смотрите, вот сейчас, опять же таки, нет задания по депозиту. Депозит вам делать не нужно, просто сделать торговый объем и все. Я, кстати, еще все новые токен сплэши не просмотрел, нужно будет посмотреть. Возможно, даже сейчас, в принципе, депозиты можно и не делать, просто они увеличили торговый объем. Опять же таки, немножечко поменялись правила, но зато награды, как вы сами видите, намного вкуснее. Вот, к примеру, с токеном XAR, давайте опять же таки перейдем, кажется, я на нем вам показывал. Так, да, вот смотрите, здесь тоже нет депозита, только задание на торговлю, то есть довольно неплохо. Да, в принципе, на комиссии вы будете тратить немножечко, если делать там обороты в 500 тысяч долларов, но тем не менее вы получите хотя бы одну награду. Вот если вот я вам показывал там награда 200 долларов, либо та, которую я не докрутил в НАКа, мне бы пришло там 1800 долларов в токенах НАКа, то это, собственно, вы отбиваете все свои доллары. Тем более, что там наторговать там 1000 долларов, в этом потратите на комиссию, в принципе, совсем немного, там доллар, два. Но заработать вы, естественно, можете намного больше. Так что, ребят, советую не пропускать вот такой вот интересный способ заработка на бирже Bybit. Обязательно участвуем в токен сплэшах, потому что это очень интересно и может быть очень прибыльно. Плюс, еще раз повторюсь, я проверил на себе, токены приходят, даже если вы не попадаете в число первых, что довольно-таки хорошо. На этом все, будем заканчивать, потому что ролик, скорее всего, уже и так получился немножко длинным, но я надеюсь, он вам понравился и был информативным. Так что на этом все, всем удачи, ну а мы с вами услышимся в новых видеороликах.